Как только, черт возьми, меня закинуло на этот остров. Сидел бы лучше сейчас где-нибудь в Техасе спокойно бы. Попивал пивко, и все бы было прекрасно. Смотрел бы телек. А, твою мать, как меня напрягает этот чертов остров. Согласился же я подписать контракт с этой непонятной компанией Apollo Engineering, будь она неладна. О, черт, они попросили меня здесь найти, блин, какие-то эти чертовы ключи, чтобы включить генератор. Черт возьми, это что за фигня там, блин? Опять какая-нибудь мелкая тварюга, которая будет мне досаждать всю дорогу. Ты кто такой, мать твою? Ну-ка иди отсюда. Пошел вон отсюда, мелкий ублюдок. Не раздражайте меня. Меня эта флора и фауна Исла Спира уже задолбала. О, быстрее бы прошел бы месяц моего контракта. Так, черт, где она? Ага, вот, я нашел наконец-то. Так. Включить этот гребаный генератор. То сначала включить гребаную антенну, то генератор. Ладно, хорошо. Эти ублюдки из Apollo Engineering платят мне 200 баксов в час, чтобы я здесь, блин, торчал. Это что за херня? Твою мать, ты кто такой? Да иди нахрен,